вами лайфхаком. Обычно во всех рецептах масок для волос после нанесения их на волосы голову рекомендуют оборачивать полотенцем и ходить так 20-30 минут. Но это бывает не всегда удобно, потому что маски могут содержать пигмент, либо быть масляными, и таким образом полотенце, конечно, сложнее стирать. И мы тогда изощряемся, оборачиваем голову пищевой пленкой, но в таком случае прекращается доступ кислорода, создается тепловой эффект, и мы получаем результат не тот, который нам нужен. Вот. А что, если попробовать обернуть голову косынкой, либо хлопчатобумажной тканью, и сверху надеть шапочку, которую мы используем в парилке? В таком случае создается и нужен тепловой эффект, и кислород поступает, и можно не переживать, что что-то там испачкается или выйдет из-под вашего контроля. Вот, пробуйте метод и делитесь в комментариях, как вам эффект.